Батрис, передние лапки даже не намокли. Ладно, ладно, опускай меня, только аккуратненько. Ой, водичка-то прохладненькая, хотя нет, теплая. Батрис, ты сама доплывешь? Нифига себе, у меня бобер-котик! Господи, Батрис, да ты так хорошо плаваешь. Смотрите. Всем привет, меня зовут Вика Близ. И у меня на ручках кисуля Батрис, которая сегодня будет купаться в бассейне. Я специально приготовила для нее корабль, в котором она вначале будет плавать. Ну что, посадим ее туда? А вот у нас корабль кисули Батрис. Главное, чтобы она не убежала. Ой, это что, мой корабль, что ли? О, пока она пошла переодеваться, я пойду проверю, что есть вокруг. Так, тут вишенка. Ого, ты так быстро! Ну что, кисулем Баттерс, поехали! Пошли в бассейн. Опачки. Это мой корабль, а он точно не потонет? А как мы его назвали? Не Титаник? Баттерс, давай название ему сама придумывать. Давай это будет Аквакитон. Ого, я почти плыву. Надо же, никогда не думала, что я буду капитаном корабля. А тут я главная. Батрис, я сейчас к тебе залезу, не беспокойся. У меня все хорошо. Ой, ой, кажется, меня начало качать. Слушай, из стороны в сторону. Я тебя придерживаю, не беспокойся. Хорошо, будь рядом, самое главное. А я буду плавать. Она так спокойно стоит, она вообще не паникует. Она не боится, она супер спокойная, как будто она стоит где-то на земле. Хотя она кисуля. Вик, Вик, я тут вроде плаваю по воде. А у меня такое ощущение, будто я на земле стою. Хи. А ты хочешь в воде поплавать? Ну, можно немножко попробовать. Правда, я воду не очень люблю. Я сейчас смотрю, как реагирует Батрис. Она смотрит все вокруг. Как можно отсюда выпрыгнуть? Конечно, я все изучаю. Как отсюда можно, если что, сделать ноги? У меня есть вот такие вот игрушки, чтобы поразвлекать Батрис. И они у нас плавают. Я и так тут нормально развлекаюсь, если честно. Смотрите. Опа! Это динозаврик. Смотрите на лицо Батрис. Гудит он, конечно, странно. Не нравится он мне. Батрис, а еще у нас есть с тобой бегемотик, который тоже плавает. О, смотри, смотри, как смешно плывет. Смотри, Батрис, он от нас с тобой уплывает. Ну и пусть плывет. Перевешивать ты в курсе? Батрис, тебе надо встать в серединку. Ладно, сейчас, подожди. Я думаю, что ты можешь перевернуться на своем плотике. Не, я точно не перевернусь. Я смогу удержаться или обратно залезть на свой кораблик. Смотри, как он барахтается смешно. Гудежный какой-то бегемотик. Еще и зеленого цвета. Как думаешь, ты что, меня на лучки, что ли, взяла? Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, кто-то сейчас будет купаться, и это я. Когда Батрис была маленькая, ей не было еще полгодика, она любила купаться, она вообще реагировала на воду совершенно спокойно. Но как только ей исполнился годик, она начала бояться купаться, и поэтому ее стали редко купать. Ну ладно, Батрис, что, попробуем окунуться в водичку? Ой-ой-ой, ладно, я готова. Давай, не выставляй свои коготочки в меня, я ладно? Я стараюсь, правда. Давай намочим задние лапки. Тихонечко. Ой, такая у тебя паника. Я не хочу мочить задние лапки, скажи, да? Вот я как бы и хочу, и в то же время не хочу. Но я тебя держу. Смотрите, как мило выглядит Батрис лапки, особенно капельки на них. Батрис, передние лапки даже не намокли. Ладно, опускай меня, только аккуратненько. Ой, водичка-то прохладненькая, хотя нет, теплая. Ой, ты плавать умеешь, да? Батрис, я не думала, что ты так хорошо плаваешь, знаешь? Я тоже не думала. Да ты плавать умеешь, офигеть, не ага. Стой, ты лучше Элис. Опачки, чьи-то лапки, косатики, Батрис. Да ты и без этого плаваешь даже у нас. Ага. Смотрите, Батрис, да ты вообще шикарная. Она держится. Я прям чуть-чуть ей животик держу, чтобы она не боялась. Офигеть, она такая молодец, ребят, смотрите. Господи, Батрис, да ты так хорошо плаваешь. Смотрите.
Ой, молодец. Я тебя давай поднимаю. Все хорошо, плывет, плывет она. Так, сажаю, Баттерс, не бойся. Все хорошо. Воду, я думаю, ты не выпрыгнешь. Но она как будто похудела. Баттерс, да ты вообще шикарно. Пловчиха наша. Вот это хорошая тренировочка, конечно, была. Я тоже не думала, что я так хорошо умею плавать. Вот это шок, конечно. Смотрите, как Баттерс расставила лапки. И какие они стали у нее тоненькие. Баттерс отряхивается, стоит. Смотрите, сколько воды от Баттерс натекло с ее шерсти. Офигеть, Баттерс, ты тут еще и сушишься у нас параллельно. Так смотрит вокруг, что происходит, как можно вылезти. Но, видите, она нормально себя чувствует. Просто немножечко хмурая и недовольная, что мы ее вытащили в воду. Все-таки котики не очень любят купаться. Но Баттерс у нас вообще классно плавает. Баттерс, давай я тебя поглажу. Если сравнивать Элис и Баттерс, то Баттерс вообще впервые в жизни плавала. У Баттерс с первого раза плавать получилось гораздо лучше, чем у Элис. Это очень странно, потому что Баттерс кошечка, а Элис у нас собачка. Ну что, Баттерс, еще попробуем? Смотрите, она уже немножечко начинает подобсыхать. Потому что на улице очень тепло, поэтому я так быстро сохну. Ой, водичка уже потеплее, кажется, конечно. Какой у тебя классный. Ты до чего плывешь? До этого? До тазика плывешь. В тазик залезешь? Опа, в тазик залезла, молодец. У Баттерс есть преимущество. Она может залезть в тазик, схватить его когтями и лапками и пробраться внутрь. У Элис такой возможности нет. Конечно, кошечки, они очень гибкие. Чё, опять что ли? Ну ладно, я готова. Плывем. Плывем, плывем, плывем к Денису. Баттерс, плывем. Кто у нас такая молодец? Как хорошо гребешь, кисочка. Смотрите, она хвост даже не опускает. Я не хочу его мочить просто. Поплыли, поплыли, поплыли с тобой. Попыт поймаем? Попыт, смотри, попыт. Попыт схватим? Да не нужен мне попыт. Я хочу просто дальше проплыть. Да поцелую. Да поцелую. Да тебя поцелую. Ты же хорошая? Да поцелую, Баттерс. Плывет. Кто это плывет? Плывет, гребет. Еще быстрее. Прыгаем. Баттерс, ты сама доплывешь? Нифига себе, у меня бобер котик. Баттерс у нас не очень активная, она спит целыми днями, очень мало двигается, может быть чуть-чуть вечером побегает, поиграется и все. И ей не требуется так много движения, как Элис, поэтому это будет последний заплыв для нашей кисочки Баттерс, тем более это первый раз ее плавание. Вообще в первый раз, и она так круто плавает. Вы когда-нибудь видели, чтобы кошечки так круто плавали? Я вот лично нет. У меня просто всегда все хорошо получается. Мяу! Ой, хвост отпустился наконец-то. Вон, видите, лапки такие смешные, кошачьи. Все? Все? Закончили плавать, да? Все, домой пойдем? Полотенце тебя обернем и домой, кисулечка пойдет мыться. Самое забавное, что кошечки после плавания, после купания всегда моют себе сами. Пошли, пошли, все. Я укутала Баттерс в полотенце, но она с него вылезает. Сейчас я ее иду сушить домой. Ай, не люблю я, конечно, когда мокрая шерстка. Надо обязательно ее вылизать. Так я быстрее просушиваюсь. И вообще, пахну только собой. Ой, ай, эти капельки. Так, моя вкусненькая лапочка. Ой, ой, опять стекает, все стекает. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И вообще, поддержите Баттерс, потому что она купалась первый раз в бассейне. Это вообще кисулик, такая молодец. С вами была Вика Близ, кошечка Баттерс. Всем пока-пока. А мы пошли сушиться. Пошли.